В 2021 году диагноз COVID-19 был поставлен почти 38 тысячам жителей Одинцовского округа. Лечение в стационарах получили около 27 тысяч человек. В круглосуточном режиме за эпидобстановкой в муниципалитете следит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его возглавляет глава округа Андрей Иванов, а работу координирует Управление социального развития администрации. В 2021 году провели сразу несколько массовых акций по вакцинации жителей как в медицинских учреждениях, так и на центральном стадионе Одинцова. Первым компонентом привились порядка 198 тысяч человек, вторым – 183 тысячи. Иными словами, вакцинировались 72,5% жителей муниципалитета. 3 декабря завершился второй этап объединения медицинских учреждений в единую структуру Одинцовскую областную больницу. Реорганизация позволяет максимально оперативно управлять системой здравоохранения в муниципалитете. В 2021 году был проведен ремонт в Звенигородском подразделении больницы, открыт сосудистый центр и центр амбулаторной онкологической помощи, центр рассеянного склероза. Одинцовский округ стал зональным центром телерадиологии. В рейтинге 45, который отражает качество работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития Московской области, Одинцовский округ занял лидирующие позиции по трем показателям. Диспансеризация выполнена более чем на 100%. 20 медицинских работников обеспечены жильем. Количество прикрепленного населения к медицинским организациям более 434 тысяч человек. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».